Артур! Ты нам нужен. Страна снова нуждается в героях. Я завязал. Я устал от всего этого балагана. Каждое ваше задание убивает полсотни людей и часть меня. Я завязал, пока от меня осталось хоть что-то. Но как же твой долг? А, точно. Я не об этом. Ты должен помочь ребятам спасти этот мир. Но предупреждаю, агент, эта миссия невыполнима. 100 000 рублей! Уеба! Все! Нет! Чего? Это невозможно! Подождите! Да не может быть все так элементарно! Ребята, это мои правила! Ребята, всем привет! Это новое видео на канале Dream Team Show! И сегодня эти ребята могут почувствовать себя настоящими шпионами, которые проходят сквозь кучу лазеров. И сейчас вы это увидите. А пока можете поставить ставочки, кто из этих ребят заберет главный приз. 100 000 рублей! У нас, конечно, тут не детские игры. Ты же ведущий? Ну да. Артур, может быть, ну ты же ведущий. Ладно. Не понял, что смешного и почему ты не на исходной, а? Откуда у тебя вообще здесь связь? Я сам пытался выложить в ТикТок, как вы проходите лазеры, но у меня ничего не грузится. Во-первых, успокойся. Во-вторых, ты что, не слышала последние крутейшие новости? Мы запустили новый совместный тариф с Мегафоном интернет с Dream Team House'ом. Он с безлимитным интернетом на ТикТок, музыкальные сервисы и остальные соцсети. Ты что, не знал? Не знал. Че я еще не подключился, а? Так подключайся, тем более, что тариф доступен с 14 лет, а первые 300 подключившихся получат стикеры с нашим изображением в подарок. Вау! А еще готовься к закрытой онлайн-встрече с нами и абонентами тарифа. Мы подпишемся на кого-то из них в соцсетях, а кто-то станет героем нашего ТикТока. Ага, понял. Только что мне передали о первом конкурсе от нас и Мегафона. Подключись к новому интернет-тарифу Dream Team House и пиши на номер Мегафона, а именно WhatsApp, +7 929 595 70 01. Напиши любой вопросик Ане, Дане или мне. И 50 авторов лучших вопросов попадут на закрытую онлайн-встречу с блогерами. Ну, то есть с нами. Но важно, в конкурсе смогут участвовать и победить только абоненты нового тарифа. Так, я к лазерам, Артур подключает тариф, а для вас есть ссылочка на тариф в описании. А проблема в том, что ребятам будут преграждать путь вот эти лазеры, которые уже есть. Вот вы посмотрите, как вот это все работает. И им важно, как вы поняли, это не зацепиться вот тут, потому что расхернать руку. Им нужно пройти весь коридор, нажать на кнопочку. Вот так вот. А мы начинаем. Ребята, ну что, вы готовы? Да! Кто из вас первый начинает? Да! Маруся, иди! А мы не одновременно. Ну, да! Короче, вы поняли, да? Вам важно? Да, я хочу первое! Да! А что делать-то? Я первая! Я готов закончить уже. Кидывайтесь на Цуефа и погнали. Да, давайте. Цуефа, 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 Цуефа. Да будет, что будет. Цуефа, Цуефа. Ты последний. Я первая с конца, она первая сначала. Давайте, кто сейчас второй, кто третий. Кто выиграет, тот второй. Цуефа, 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 Цуефа. Я второй. А ловко ты это придумал. Маша первая. Поддержим Машу. Что ты делать будешь? Так, я иду к Махе снимать ее реакцию. Мне страшно. Слушай, на самом деле... Мы с тобой. Да, я бы так же сделал. Не, невозможно. Уже, Маша, Маша. Ой. Не забывай, что у тебя 3 жизни, поэтому у тебя нет шанса ошибаться. Да мне страшно, вообще я ничего не пробую. Давай, Маш, давай. Мы с тобой. Маша. 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 Подождите. А это не на скорость? Да нет, я думаю, не на скорость. Ой, как страшно. Ага. Ой, а тут они короче 2 раза.
Давай, давай, Маха! Давай! Давай, 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 давай! Кнопку нажимай. А могу уже? Уа! Молодцы! Давай! Лёша! Сейчас наступлю. Лёша! А у тебя, у Лёши размер ноги больше, мне кажется, ему сложнее. Смотрите, задняя нога сейчас, отвечаю, сейчас кому-то обрежет пальцы. А чего они реально здесь меньше становятся? Потому что они уменьшаются. Это жизнь, брат. Не, ладно, ладно, нормально. Да, девчонки, давайте, догоняйте. Ребят, ребят, ну это только первый раунд, потому что... Что? Я уверен, что вы с шестого раунда точно офигеете, потому что мы для вас такое приготовили, такое приготовили. Сколько их всего? 50? Нет, их 6. Крестики, нолики. Ладно, я сейчас довыделываюсь. Ага. Блин, у меня аж в глазах рябит. Такое ощущение, что здесь нитки натянуты, мне сейчас ногу отрубят. Да скажи! Это из-за операции! Из-за Паши! Я же сойдусь, а вы смеясь, вы меня бесите! А ну все! Че? Вы че, вы издеваетесь? Это все из-за оператора! Да в смысле, так и... Блин, что вы смеетесь? Реально, она не проиграла. Анечка, давай дойди к нам. Это вы специально так на мне сделали. Опа! Какая она мощная. Ну все, самое важное прошли, давайте продолжать. Я осталась, Толя. Так, я тебя знаю, ты давай подвинься. Боруйся, мы уже... Ой, мы уже тут. Ее разыскивает полиция. Что ты делаешь так? Марусик, ну давай, ты вообще по скорости number one сейчас. Маруся! Нет! У тебя еще две жизни, вставай, какашка! А, все! Тут воскресла, я воскресла! Так, ребята, я вас поздравляю, первый раунд прошли! У кого из нас две, у остальных по три жизни, да? Со мной нельзя так шутить, я такое не люблю! Какое? Такое! Какое? Смотри, я даже с кулаками. Так, у нас следующий раунд, поэтому, друзья, я прошу вас перейти обратно. Ребята, у нас с каждым уровнем будет все сложнее и сложнее, поэтому мы ждем второй раунд. Так, ребята, вам сейчас нужно отвернуться к стене, чтобы вы не видели начало раунда. Руки вверх, руки вверх. Так. Так, ну почему? Лапать их захотел. Руки вверх, говорю. Давай, давай, давай. Ногу на ширине плеч. Итак. Так, точно все нормально. Я теперь забыл. Все нормально. Ребята, поворачиваемся. Они двигаются, зачем? Это невозможно. А что, извините, а что за скорость? Что за скорость? Это же только второй этап, а не шестой. Что, кто первый начинает? Маруся, она сама захотела. Маруся, сам делай, давай. Иди, иди, иди. Ты придурочный. Чё, чё? Ааа, всё. Маруся, я тебя уже два раза задел. 3-4. Молодец. Маруся, придёт. Не докажите, не докажите, не докажите. Блин, это вообще жесть. Мне придётся это сделать. Извини. Нет, нечестно! Дай сюда! Если не заберешь, то это не считается! Маруся, прости, но... Я сама! Сам! Имся вместе! Самая сердце на поражение! Давай, Аня! Давай, удачи! Пожелаем и давай, беги! Можно! Я с тобой! Пойдем вместе! Давай, пошла! Опа! Было! Чего? Реально! Ну там было, на самом деле там было, да. Самое первое было. Ну там сам начать чуть-чуть. Чуть-чуть ботинки скинул. Безжалостно и беспощадно. Ладно, ладно. Смешно, это самые, самые продвинутые, потому что на кону 100 тысяч рублей. Так, погнали. Давай, Маха, давай, Янгер. Это Янгер, да? Давай, давай, давай. Вы прибежали? Да, тут тебя ноги обрезали. А мне это не? Сверху было как будто. Смотрите, а Маша-то не
попала? Да, да. Да, все нормально. Это ж тактика, мы ее поддерживаем. Жизнь-то у тебя отняли, не у нее. Подождите! Ребята, ребята, поворачиваемся быстренько. Не подглядываем. Кто подглядывает, я первая, получается. Сразу минус жизни. Я последняя. Ну что, ребята, у нас уже третий раунд. Я, если честно, немного в шоке с того, как расположены лазеры. Но я хочу, чтобы и ребята тоже это увидели. Ребята, поворачиваемся. Открываем? Да. Чё? Скалолазание. Ну, ты чё, издеваетесь? Я изолью. Это прям, да, очень сильно похоже на то, что в фильмах, типа, там, где пробираются. Да план, нет, я играла в Барби, в спецагенты. Там тоже лазеры были, тоже уровни сложные. Вот, я теперь прохожу. Так, ребята, кто начинает первый? Давай, давай. Ты. Я. Маха. Давай. Круто. Удачи. Я ухожу. Маша. Маша, так дальше. Нет, дальше не сможешь, аккуратно. Встань и лети. Осторожно. Я не понимаю. Я тоже не понимаю. Волосы. Ма, да вот же лазер. Ну, Маша дает, конечно, мне пока не нравится. Где? Маш, вот перед ниже. Тобой. Ну, Маш! Да ты его трогай. Ребята, ну? Как вы думаете, Маха пройдет этот уровень или нет? Напишите в комментариях быстро. Посмотрим, насколько вы знаете Маху. Но мне кажется, сейчас все будет плохо, очень. Что-то Махе уже плохо, да, походу? Подожди, я что-то трогаю, вы корете на меня или что? Ну почти, ты почти дотронулась до чего-то. Короче, смотрите, передо мной сейчас один вот этот лазер. Да, вот этот видит. Справа от моего плеча, этот за моей спиной, и типа, куда я ни пойду, а меня если... все равно долбанет. И это типа. А если ты вот сюда пролезешь и вот здесь ногу куда поставишь? Я... Как я вариант? Второй. Волосы. А может считается? Давайте волосы не будут считаться. Да, хорошо. Да, волосы считаются. Давай вот сюда, да, попробуй. Братишка, лови резинку! Стоп! Вроде должна, но я не знаю. А у меня работает? О боже! Вот да, такой. Давай, давай! Маша, нога! А, левая нога! Да нет, левая. Это наша радость. Подвои ничего. Балди! Тактика хорошая, но у тебя просто эти бубс большие, они пролезут. Точно, кстати. Лезешь, Маш, давай, голову! Ногу бери! О нет! Ладно, ну я хотя бы до середины дошла. Я так и знал, что она проиграет. Мне до середины чего казаться, что я зайду, честно. Но у меня реально, я бы либо ногой задела, как я и задела, либо грудью. Мне на самом деле это сложный уровень, но мне их не жалко, потому что на кону 100 тысяч рублей путь мучается. Ой. Поздно. Пошли, пошли, пошли! Леша! 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 Где? Что? Не-не-не, это вам оттуда кажется. Она вот. Алексей, давай, давай. Я вижу. Вау! Алексей, удивляешь! Алексей, аккуратно! Да он уже 5 раз задел! Аккуратно, спина, спина аккуратно будет! Спина будет, спина будет! Да как будет? Не будет! Аккуратно, аккуратно! Леха, это... Леха, аккуратно ногу! Давай, Леха! Леша, аккуратно! Голову аккуратно! Леха, Леха, Леха! Убийца! Убийца! Жестко! Это было хорошо на самом деле. Он справился сам своими силами. Да. Я просто раньше банки грабил, он мне рассказывал. Отвернись, отвернись. Все, Маруся отвернулась. Че, давай, пошла! Надо! Мне надо! У тебя есть экстра жизнь, это тебе такой подарочек, поэтому если ты его достанешь... Хотя бы жизнь достань! Давай обратно ко мне, две жизни будет! Маша! Через вверх, да, не сгибайся. Лев, как думаешь, пойдет? Вообще не поняла. Я вообще не поняла, как Леша прошел. Русь, смотри, Марусь. А может, она маленькая не сможет дотянуться? Аккуратно, давай. Понял! Я пока в надежное место. Ну, мы ждем, 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 пока Маруся проиграет. Чего? Че за поза и брюк? Будь аккуратный, да, сверху. Да, да, да. Давай, 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 давай. Чего? Только... Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Нога. И не поднимай. Жопа! Оп. Не поднимайся высоко, все. Перешагивай. Это было сильно.
Слушай, Маруся прошла еще и две жизни. Что сделала? Не спрашивай. Ребята, ваши ставки. Пройдет. Да, да, да. Пробежите. Пройдет. Должна. О, смотри, уже пошла. Я тоже так думаю. Давай, давай, пошла. Твои жопы. Да, да. Блин, я нихера не понимаю. Поза для фотосессии раз. А! Че? Жаль, ты уже больше половины прошла на самом деле. Аккуратно задницу не опускай. Наоборот, наверное. Аня, аккуратно. Спинку, спинку. Пожалуйста. Задницу чуть-чуть. Стоп, не ниже, не выше. Не, нормально, давай, только выше не поднимай так. Да. Спину аккуратно. Да, прям вообще еле-еле. Всем в жизни бывают такие моменты. Кнопку, вот. Ань, жми кнопку. Круто, когда все поздравляли. На самом деле, я как честный судья скажу так, что ее там немножко задело. Нет. Да. Если мы посмотрим по видеокамерам, которые расположены на каждый метр. На кнопку нажала? Нажала. Ты после этого сказал, не считается. Ладно, ребята, все нормально. Из вас, получается, проиграла только Маха. Я вас поздравляю, это был третий тяжелый уровень. Круто, что я проиграл только Маха, и ты их поздравляешь. У нас одинаковое количество сердечек, зато у всех теперь. Да, ты меня использовала в прошлом раунде. Так, ребята, у нас четвертый раунд, и вы отворачиваетесь. Это уже весело. Короче, ребята, поворачиваемся. Куда? Смотрим. Сейчас, подождите, подождите, что-то не так. А можете, пожалуйста, поправить там? Во. Чего? Другое дело. Чего? Ребята, это мои правила. Это пранк. Какой пранк? Навод, пожалуйста, свои камеры. Подожди, подожди. Что-то должно... Подожди. Какое-то решение должно быть. Вы же уже поняли, что она останавливается, когда... В смысле, не видно эти линии, когда наступает на свет. То есть, типа, если сейчас в теории закрыть один датчик, пробегут двое, а второй добежит и закроет второй. Это невозможно! Потому что, смотрите, вы закрываете, и там сразу 7 лазеров, это минус 7 жизни. Это вы умираете и там остаетесь. Нет, это ты сейчас такое сказал, просто потому что придумал это. А у нас договор. Один раз тебя задевает одна жизнь, один раунд одна жизнь. Там стоп. В первом раунде, например, Маруська раз 5 задела. Или там кого-нибудь в третьем раунде тоже задела. И не один раз. А то это не на свою палку, но в жизни. Сделали, чтобы мы все жизни потеряли. Нет. Подождите. Да не может быть все так элементарно. Почему вы сдаетесь на корню? Смотрите, как это догоняет. Попробуйте от нее побегать. Не бывает нерешимых задач. Да не, вот она как раз, ребят. По-моему, бывает. У меня есть решение. Вы не согласны, Маруся, не соглашайтесь. Просто встань вот так, доверься мне и пойдем. Не бывает безвыходных ситуаций. Не пытается меня обмануть, но я умнее. Вы что думали, я просто так все затеял? Нет. Если умирать, то все вместе! Ну что, ребятки, у нас уже идет пятый раунд, это предпоследний. И сейчас мои друзья, товарищи, сокомандники, еще кто-то там повернутся и увидят следующий левел. Издевайтесь! Чё? Да. Ты куда тут прыгать-то будешь? Какого размера должен быть прыг? Ты вообще... Сейчас покажу. Лёша, первый ребят, ни разу не был. Но если что, если сравнивать с предыдущим уровнем, тут уже жизни будут реально отниматься. Это не прикол, это реально такой уровень. Поэтому думайте как хотите, только не кидайте кроссовками в лазера сетильщики. Он услышал нашу тактику! А еще хотите прикол? У нас у всех по две жизни. То есть мы все сейчас на равных условиях. Опа, не задеваю. О, да, да, да. Бачком, там. Боже, какой грязный пол. На самом деле, там реально можно через низ пролезть, нажать на кнопку. Это единственный вариант, который здесь подходит, потому что лазеры очень широкие, они двигаются с большой скоростью, поэтому кроме того, как через низ пролезть, ничего не получится. Поддержим ее! Маша! 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 Как дела, Маша? Так, ну что, как договаривались, можем опускать лазеры? Вышли. А можно, пожалуйста, сюда встать на секунду? Куда? Да вот сюда, куда-нибудь. Господи! Больно! Маш, не получается. Я понимаю. Что, это я ползу? А ты уже ползешь? Ну да. Подожди, нет, я не могу додуматься, как встать. Там один луч перекрывает. Это круто! Красотка прошла. Красотка. Ой, это очень хорошо. Еще нормально? Да. Пацану проще заплатить. Почему? Нажал!
Давайте попробуем другой способ. Проиграем, мы проиграем, зато весело. То ползти сейчас вот так грязно я буду. Смотрите, я рассчитала скорость лучей. Их типа так три, но всегда четвертый появляется. Вон, смотри, четвертый появился. А вот здесь их нет. Опа! А здесь сейчас опять четыре. Ведьма! Четыре. Это что было, а? Я очень долго стояла на них, смотрела и считала секунды. Секунд 10 прошла все это. Марусь, может, какая не попробуешь? Все, дойдем до клабика, потанцуем крабика. Недолго еще плыть? Марусь, как ты на одном месте просто поворачиваешься. Да. Марусь, правую ногу отпусти. Вот и стоит колом. Ща! Фу, устала. Русь, коленка! Русь, коленка! Сейчас будет. Эй! Кто такое? Дергай, дергай! Ну, сейчас мне по лицу прилетит, вы так держите. Кто держит? Вот, держим ты. Дергай сильнее. Да мне сейчас по лицу прилетит. Давай, Марусь. Да вы чё? Отпусти! А ну, крыса! А я говорила, мне по лицу прилетит! Это из-за тебя, Аня! Если бы я держала, она бы не упала! Она бы вообще не прошла тогда уровень! Ребята, ну чё, я вам скажу так, это был последний раунд, я вас обманул! У вас каждого... По две жизни у каждого! По две жизни вы молодцы! Ребята! Поэтому на самом деле это капец приз круто. Делим поровну. Всем по 5000. Ребята, что сказать? Я так старалась. Ребята, давайте обниматься. Да, это главный приз. А с ним будем? Нет, нет, он бездомный. Ребят, ну а что, на этом видеоролик у нас подошел к концу. С вами был Dream Team Show, Артур Бабич и еще 4 блогера. Говнюк. Пока! Блин, реально сложно. Ну ничего.